Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Ну что, отправляемся в следующий портал. Так, Шмикли я уже здесь забрал со своего, так сказать, депозита. Знаешь, что я сейчас подумал? От какого фига я сюда полетел, если у меня даже нету ни одного чипа контроля? Скажи-ка мне на милость. Или я ошибаюсь? По-моему, я все потратил. Слушай, нет, один остался, но зато у меня ни одной лечилки нету. Коробка мистера Мисикса есть. И полным-полно всяких элементов. Угу. Ну что, давай ловить следующих Морти новеньких. Надеюсь, они нам попадутся. Что-то... Опа, я уже вижу тюбик турбулентности. Забираем. Так, а здесь-то как мне пройти? В принципе, если вот отсюда... Так, да? Опа, чуть было не попал. Смотри, как какой-то Морти бегает. Эпический. Оу. Вот эпический. Там был эксклюзив. Слушай, ну я даже не знаю. Давай вот этого схватим, а? Это будет у нас новый Морти. Надеюсь. Ух ты. Морти в кибердоспехах. Прикинь. В кибердоспехах. Ёк-макарёк, давай его срочно ловить. Так, ну что? Струя воды, ага. Как же. Сделаем, наверное, пронзающий взгляд. Слушай, ну неплохо. Так, он делает... Что? Возгорание, еще я так себе... Зашибись, еще и скорость повысил. Так, мне ближе бы не убить его нечаянно, понимаешь, в чем дело? Давай сделаем прилив. Все. Силовой меч он применяет. Так, пора его, по-моему, ловить. У меня один чип, так что нужно быть предельно аккуратным, чтобы его не сломать. Е! Слушай, ну это круто. Какой уровень? 34-й. Вот то, что уровень маленький, конечно, это плохо. Кстати, у нас уже вот здесь арена. Прикинь, мы уже на арене с тобой. Хи. Так, если мы предположим, у нас нет лечилки. Ну, с этими Морти, я думаю, справимся. Это Морти-хирург? Или кто это? Скорее всего, да. Морти-пловец. Монстр Морти. Ладно, короче. Будем потом. Это мой звездный час. Я уничтожу тебя, Рик. Лысый Рик нам это говорит. Ну что же, бездушный Морти. Бездушный Морти. В первый раз, кстати, такого, по-моему, вижу. Давай-ка я возьму трех. Подожди-ка, что он там взял? Твое налево, я забыл, что у него там, камень. Тогда мы с тобой возьмем бумагу. И это будет у нас трехглазый Морти. Уровень у нас какой? 35-й. Так, ну что, вымогательство он делает. И это ему дает защиту. Так, а мы сейчас попробуем его убийственным взглядом. Да ладно. Что это за атака? Меня это не устраивает. Может, мутацию сделать? Ти! Еще меньше отнял. Ух, ё! С какого перепуга ты так бомбишь, а? Хлыщ, скажи-ка мне на милость. Так, нам остается... Он убрал. Так, это Морти, раб на производстве плюмбусов. Раб. Он взял ножницы. А мы с тобой тогда забираем байкера Морти. Так, ну что? Попробуем сейчас его... ушатать. Я думаю, что в принципе получится у нас. Перекати поле. С одной плюшки я его убрал. Прикинь, с одной плюшки. Следующий кто там? Ждем. Так, а это у нас монстр Морти, насколько я помню. И если не ошибаюсь, он бумага идет. По-моему, он бумага. Поэтому нам нужно взять с тобой ножницы. Ну-ка проверим. Да, я прав. Но он экзотический, 38 уровень. А мы с тобой эпический, 37. То есть мы будем слабее, чем он. Проверим. Да, начинает там себе атаку. Повышать плюс уклонение. Так, ну мы немножко ему дали, да? Люлей. Так, отлично. Давай-ка еще разочек.
Выбили. Выбили мы его из колеи. 1669 опыта. Так, вернулся опять, друзья мои, бездушный Морти. И это у нас камень. Блин, нам нужна бумага. А бумага у нас кто? Пройдоха Морти. Блин, у него тоже мало здоровья здесь. Ты, кстати, смотри, он раненый. Он держится за бочину. Так, применяет гвоздь. Так, а мы с тобой применим пронзающий взгляд. Шикарно. Так, иди отсюда, бездушный Морти. Это Морти-хирург, насколько я помню. Продолжить. Так, ножницы, да, значит, он взял. Ну что же, байкер Морти нам в этом деле должен помочь. Хамство. Понижает скорость, как всегда, да? Ну что, перекати поле. Отлично, на половиночку мы ему вдарили. И остается только лишь добить. Есть контакт. Ну что, и последний Морти. Кто это у него тут будет? Ну-ка. Это отшельник Морти. 39 уровень, он обычный. А мы с тобой редкий, поэтому... Ух ты! Бьет, конечно, он сильно. А если раздачу? Ушатали. Слушай, ну на самом деле был поединок очень простенький. 585 шмеклей. Так, плутонический камень и, конечно же, значок. 468 шмеклей мне дал Мисикс. Все закончилось не так, как должно было. Естественно, не так. На этот раз удача была на твоей стороне, Рик. Она всегда на моей стороне. Так, нам не хватает с тобой 7 значков. И я, кстати, хотел здесь прогуляться и посмотреть, где же у нас эпический Морти. Он где-то здесь бегал. Так, а если я, например, вот здесь обойду и через низ. Главное не нарваться на какую-нибудь битву. Кстати, смотри-ка, повар Морти там бегает, у меня тоже такого нету. Так, тут надо аккуратненько. Так, здесь мы с тобой проходим, да? Опа, а вот, кстати, еще один повар Морти. Так, вот этого я, наверное, могу шлепнуть. Друзья, вот этого. Он, по-моему, есть у меня. Мускулистый Морти. Да, я его спокойненько сейчас уничтожу. Делаем с тобой замену на пройдоху Морти. Давка. Безнадежно, говорит. Ага, хорошо, мы с тобой сейчас сделаем пронзающий взгляд. Ё-моё, не кисло. Так, а он кто? А у нас обычный. Погоди-ка, если мы схватим... Блин, а мы его не схватим. Может быть, нам сбежать? У нас же обычно... Обычные могут скрещиваться, да? Сейчас мы с тобой кое-что глянем. Во-первых, я хочу просто посмотреть. Так, вот этого поваренка я, наверное, все-таки звездану или что. Смотри, панель Морти. Там был мускулистый, да? Давай смотреть, где у нас такой мускулистый Морти. Так, у нас есть беспощадный, усатый, бородатый, рекламный Морти. Морти в кра... Подожди-ка, это у нас нет. У нас вот, который под чипами. Угу. Морти Экзо Альфа. Я так понимаю, что его можно скрестить. И скрещивается он вот до Морти Экзо Омеги. Большеголовый Морти. Так, призрачный Морти. Стиляга Морти. Блин. Кстати, стиляга Морти, по-моему, делался в байкера Морти, да? По-моему, так. А вот, кстати, и мускулистый Морти. То есть, получается, что мы его не сможем, да, скрестить? Или сможем? Блин, как вот с этим разобраться? Кого можем, кого не можем? Так, давай-ка тогда глянем, знаешь что? Смотри, горячий Морти. Мы с тобой скрещивали, да, и получался у нас пылающий Морти. Но, возможно, это означает то, что мы уже с тобой сделали эволюцию. Твою налево. Так, насколько с тобой денег? Хватит ли купить, например, чип?
хватит. Купим тогда с тобой 4 штучки чипов. И давай 5 чипов возьмем с тобой и попробуем сейчас захватить вот этого Морти мускулистого. А там уже проверим, сможем ли мы их скрестить или нет. Я думаю, что это будет справедливо. Ну давай ты иди сюда, господи, что ты там бегаешь? Где он? Я его не вижу. Куда он там? Так, батарейку забрали. Ну все. Попался. Так, нам придется, конечно, с ним опять заново драться. А делаем с тобой замену на трехглазого Морти. Унижение. Его атака прошла мимо. Шикарно. Делаем с тобой убийственный взгляд. Угу. Так, дальше что мы с тобой можем сделать? Блин, я боюсь его уничтожить. Мутация. Сила 105, а здесь... Может быть, просто попробовать его поймать уже в конце концов. Давай-ка рискнем. Берем предмет, где наш чип. Применяем и смотрим. Но... Есть. Так, ну что, мускулистый Морти у нас пойман. Здесь где-то еще поваренок бегал, я видел его. Где вот он только? Так, мы забираем здесь кабель. Здесь, кстати, еще и банка валяется, прикинь. Так вот просто бесхозно валяется банка. Естественно, я ее забрать не могу, потому что у меня... А вот и поваренок. Иди сюда, куда ты... Ну куда ты бегаешь, а? Ну ведь тихо, чуть было не напоролся, а, на поединок. Так, шеф-повар Морти, такого у меня тоже нету, поэтому предлагаю его схватить. Делаем засос. Так. Применяем чип контроля и смотрим. Правда, у него здоровья многовато, но надеюсь, сработает. Ну что, если мы с тобой этого поваренка поймали, то второй, который там бегает, он нам, в принципе, не нужен, и мы можем спокойненько его уничтожить. Верно? Верно. Так, микросхему подобрали. Блин, жалко, конечно, что банку эту взять не можем. Ну что я тебе скажу, мы можем, в принципе, отсюда сматываться в портал. Ну, а можем также еще погулять, посмотреть и поискать кого-нибудь. Кого мы только тут найдем? Флип. Смогу я его взять? В принципе, смогу. Флип я заберу. Нормуль. Так что... Ох, вот он, друзья мои, который мне нужен. Иди сюда, цып-цып-цып-цып-цып-цып. Тихо, тихо, не убеги, главное, ё-моё. Индюшка Морти. Такого точно у меня нету. Ну что? Так, у него какой-то 34 уровень. Я думаю, что мы должны с ним справиться. Засос. Мало. Так, еще атакуем через засос. Есть. Так, ну а теперь он гипноз тут какой-то применяет. Кстати, у него 34 уровень, мало. Мало. Чип контроля. Применяем. Есть контакт. Индюшка Морти у нас в копилочке. Так, а теперь вот этого поваренка я просто уничтожу, чтобы получить шмекли, опыт. Ну, сам понимаешь, да? Он нам не нужен, потому что эпически у нас не скрещиваются. Apart, так что извини меня, родной, но придется тебя истребить. И твое слюноотделение тебе не поможет. Вот что я тебе скажу. Делаем засос. Есть контакт. Но, ребята, все идет великолепно. Я вообще тащусь, когда мы ловим новых Морти. 510 шмеклей плюс банка. Банку, к сожалению, мы не возьмем, потому что у нас перебор с ними. Так, я вижу тут Морти-русалку, но мне туда не пройти дальше, да? Они... Тихо, тихо, тихо. Здесь тоже не пройти. Ну что, тогда я предлагаю, наверное, отправляться в наш мир. Здесь все, что мы хотели и все, что могли, мы забрали. Вроде бы как ничего больше здесь не найти. Единственное, что я вот эту штуку не увидел, где она тут находится. Есть у меня одно предположение. Но туда идти это только через поединок. А нам, я думаю, это не нужно.
Так что погнали в портал. Со спокойной, так сказать, душой. Сейчас мы с тобой еще захиляемся. Так, у тебя есть... Вот, смотри, у тебя есть одинаковый морде. Значит, все-таки я могу сделать синтез на этого крепыша. Эх, ребята, не зря я рискнул. Так, подожди-ка, давай-ка мы с тобой здесь вот зайдем. Создание. Кстати, вот слышишь вот эту музыку? Вот. Вот именно эту музыку ты слышишь? Ты не помнишь, откуда она? На втором канале у меня есть игра про бомжей. Там точь-в-точь такая же играет музыка. Так, ну что, давай тогда придумаем, что нам можно здесь сделать. Ну, наверное, нам надо будет создать с тобой очищенный флип. К примеру, да? Если у нас есть очищенный флип, так, может быть запрограммирован на добро или зло. Так, это масляный робот. Всегда составит компанию. Хм. Так, а если мы с тобой сделаем вот эту вот супермощную... Подожди, в плане у меня нету турбулентного сока. Вы что, издеваетесь, что ли? А куда он делся-то? Ведь был же. Видимо, потратил. Ладно, тогда мы с тобой сделаем все, что можем. Материнскую плату создадим. Давай тогда еще одну создадим. Чтобы просто разгрузить наш инвентарь. А то мы с тобой не можем взять ни материнских плат, ни, как их там, ни консервных банок. Да? Вот и сделаем с тобой кристалл времени. Все, пускай лежит. Подожди-ка, объединять несколько временных зон в одну. Несколько временных зон в одну. Давай, наверное, хотя у меня, по-моему, есть, да, такие? Или нету? Ладно, создадим. Все, хорош. Теперь мы идем с тобой в питомник. Так, подожди-ка, давай-ка захиляемся вначале. Исцелить. Спасибо, бро. Так, смотри, тут даже охранник что-то просит. Некоторые морти живут в питомнике веками. Рики забрасывают их сюда и больше не появляются. Морти, надо чем-то занимать, и для этого нужен кто-то типа компаньона. Ты можешь о мне создать такого? Это, наверное, ребята, помните, там была такая штука создать робота, который может составить компанию. У меня такого нету. Ну, сделать мы ему попозже, наверное, попробуем. Так, и что же у нас тут? А, у нас же еще и лагерь. Так, Морти в майке, что ли? Нет. Нет, нет, нет. А кто же тогда объединяется? Мускулистый Морти, скорее всего. Ну-ка. Синтез. Так, где у нас тут? Вот он, мускулистый Морти. Да, именно он. И кто получится? Кто? Ёк-макарёк. Друзья мои, это боец Морти 45 уровня. Это камень. Это камень, давай-ка посмотрим. Камень. Мы, кстати, можем заменить на нашего байкера. Кстати, байкер у нас 45 уровня. Или же можно сделать, знаешь что? Вот здесь поменять. Подожди, это ножницы? Тогда, наверное, лучше вот так вот. Удалить. А добавить вот его. Ну, у нас будет уже тогда два камня вместо двух бумаг. Заодно и посмотрим, что он делает этот Морти. Параметры, кстати, давай почитаем. Так, бросок с перегибом. Сила 135, ничего себе. Так, ослабляет атаку, но делает силу. Ослабляет точность, ну и средний уровень силы повышает, да? 151 хп. В общем, я его вставляю. Я его вставляю, посмотрим, как он будет в деле. Естественно, меня подкупает его 45 уровень. Так, ну а мы с тобой наших... Так, это выполняется. Здесь можно, в принципе, получить результаты. Так, нет уровня, этот получает. Окей.
Этот не получает. Тоже не получает. И этот получает. Угу. 18 левел. Ну что, я предлагаю их опять отправить в лагерь. Все равно мне с ними ничего не сделать, ребят. Брать их с собой, ну это бессмысленно. Они слишком маленькие, слабенькие, поэтому пускай тренируются. Ну а мы с тобой отправимся в следующий портал. Заодно и проверим нашего борца. Заодно и проверим нашего борца. Так, вот что тебе нужно, а, парень? Что ты там просил? Я вот не помню. Так, я клонировал себя, но что-то пошло не так. А, бежать в другие измерения. Слушай, по-моему, здесь нужно вот этот вот ошейник, скорее всего, который объединяет несколько временных зон в одну. Возможно, именно это. Не получилось, говорит. А что же тогда тебе надо? А я думал, что тебе ошейник поможет. Нет. Ну, вряд ли ему нужен вот этот шлем. Нет, конечно. Я, если честно, даже уже и не знаю тогда, что тебе дать. Ликвидирует? Нет, но это не то. Развивает? Нет, ну, сам подумай, да? У нас, короче, нету того, что ему нужно. Ладно, фиг с ним. Слушай, давай мы с тобой сделаем, как у нас поменять нашему Рику образ. Ты не помнишь? И я, блин, не помню. Может быть, здесь? У нас же там есть разные виды. Нет, это... вообще не то, совсем не то. Значки, трофеи, может быть. Призы. Прикинь, у нас даже ни одного приза нет. Ты офигеть. Зато 35 значков. Чё-то я забыл, где у нас на самом деле меняется образ Рика. Ладно, погнали в портал. Надеюсь, еще сегодня один значок получим. И, в принципе, уже будет неплохо. Уже стоят, тут поджидает гаврики, нет уж. Так, там банка. Опа, а вот этого парня у нас нету. Иди сюда, куда ты опять бежишь-то, а? Это же, по-моему, пловец. Нет, это, ребята, Морти раб на производстве плюмбусов. Что-то мне подсказывает, что его брать не надо. Почему? Потому что у нас есть с тобой супер плюмбус. Но если только для коллекции. Будем брать его для коллекции или нет? Ну давай, фиг с ним. Попробуем. Для галочки, ребята. Для галочки. Чтобы у нас он был отмечен как пойманный. Так, забираем здесь твой кабель. Тут у нас что за... А вон, кстати, и арена. Совсем близко, надо как-то, наверное, бежать либо сверху, либо снизу. Снизу, блин, опа, опачки. Это кто у нас тут? Здесь я пройду спокойно. Иди-ка сюда, парень. Это же этот, как его? С тремя шнобелями, по-моему, да? Да, этот парень у нас есть, поэтому мы его сейчас просто ушатаем, да и все. Так, перепалку. Защиту он мне понизил. Так, а мы сделаем, знаешь, что? Поглощение. Отлично. Так, и, судя по всему, добивка. Прекрасно. Так, шмекли плюс банка. Так, теперь я забираю вот эту вот. Шмекли, турбулентный сок и плюс чистая сыворотка. Чистая сыворотка восстанавливает все ОЗ. Вне зависимости, сколько у тебя, восстанавливает полностью. Опа, а это что за красавчик у нас тут бегает? Замороженный Морти? Вот это вот удача. Засос. Так, у него 37 уровень, прикинь. Так, ну-ка еще раз. Заморозок. Заморозка мозга он делает, прикинь. Так, ладно, попробуем сейчас его поймать. Чип контроля, применяем.
Есть контакт. Ну вот и замороженный Морти у нас теперь есть в копилке. Так, теперь давай аккуратненько с тобой побег. А, ё-моё, я думал, что он отдельно стоит. Нет, смотри, еще один замороженный Морти. Слушай, ну он редкий. Вот сиди теперь и думай, а что будет, если вообще их можно объединить? Блин, надо ловить тогда получается. Надо ловить. Блин, или не надо? Я не знаю, что сделать нам, а? Кто мне даст такую гарантию, что его можно объединять? Никто, пока мы его не поймаем, да? Вот и я об этом же. Так, носитель. Иди сюда. Продолжаем его бомбить. Давай просто уничтожим. Фиг с ним. Да, не так-то просто. Еще раз неистовый разум. Но он крепкий. Тут я ничего не могу сказать. Чистая сыворотка. Применить. Вот сюда, ребят. Так, и добивочку. Неистовый разум. Безнадежно. Все, я его шуваркнул. Так, продолжить. Смотри, если мы с тобой могли есть, вот смотри, твои Морти, да? Вообще-то нам не сюда нужно. Нам, наверное, надо смотреть панель Морти. Ищем. Вот видишь вот эту штуку? Это означает, что мы можем скрещивать, верно? Давай-ка убедимся с тобой лишний раз. Мы... Так, ну этого, по-моему, мы не скрещивали. Так, мы скрещивали с тобой... Сейчас, секунду. Призрачный Морти, двойной Морти. Стилягу. Стилягу мы с тобой скрещивали. Он у нас кто? Он, по-моему, был обычным. Да? Смотри. Мускулистый Морти. Видишь вот этот значок? То есть это говорит о том, что его можно скрещивать. И мы с тобой скрестили и получили именно борца. Единственное, что показывается нам только те, кто действительно может, ну, кого мы скрещивали, а кого не скрещивали, они не отмечаются. Поэтому вот я и не знаю, стоит ли нам ловить. Вот смотри, здесь, видишь, с одним шнобелем, с двумя шнобелями, то есть они скрещиваются. И уже вот этот не скрещивается. Вот такие вот, друзья мои, петрушки. И вот как ты угадаешь, скрещивается он или нет? Только лишь один вариант. Это ловить и пробовать. Если нет, то ну нет, так нет. Чип контроля я куплю. 4 штуки, мало ли тут еще кто-нибудь появится. Нам нужно будет захватывать. Так, а сейчас пойдем прогуляем. Блин, здесь не пройти, да? Сразу среагирует. Он сразу за мной побежит. Тогда давай посмотрим здесь. Вот так вот аккуратнейшим образом пробегусь. Консервная банка, я ее забираю. Хотя у нас нет места для нее, блин. Так, погоди, вот тут здесь мы с тобой аккуратнейшим образом пробежим. Там этот стоит, не пропустит. Блин, где у нас этот портал, скажи-ка мне на милость. Он же, по-моему, в той стороне, да? Ох, ты чуть было не напоролся. Видишь, стоит где? Это начало самое. И портал, получается, вот в этой стороне должен быть. Да, вот он, я его вижу. Ну что, я думаю, наверное... Так, там я вижу бактерии. Может быть, ее подобрать? Если получится. А у нас получится... А вот как здесь пройти? Если мы хотим с тобой попасть в портал, то нам нужно, блин, вот здесь оббегать. А там уже стоят противники. Ты видел, да? Вот они. Хотя... А, здесь не пройти. Здесь не пройти. То есть...
То есть получается, либо с этими драться, либо с теми. Я пойду, наверное, драться, которые там внизу. Подожди-ка, не понял, что у нас тут. Я же думал, просто этот флип там лежит. Но нет. Единственное, получается, что мы сейчас, если с этими даже подеремся, нам надо будет еще с тобой как-то энергию, чтобы хватило на поединок именно в телепорте. Причем здесь вампирик этот стоит, я же его сразу узнал, вот он. Поглощает энергию, да? Кто там у нас еще? Банан? Я вообще не знаю, кто. И обойти я их не смогу, да? Ну что ж, тогда в атаку. А что, ребята? Снуфи сну, прр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 рr Так, Морти с тремя шнобелями. Поехали, ребят, поглощение, начинаем. Окей. Так, он себе, естественно, сразу же защиту повышает. Ну-ка. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило, чтобы его уничтожить. Ладно, убиваем. 1-0. Вот он, этот гаденыш. Слушай, наверное, делаем замену. Он 100% берет ножницы. Поэтому я, наверное, возьму байкера Морти. Так, а он тоже, оказывается, камешек-то взял. Я немножко просчитался. Ну что, перекати поле делаем. Так, слушай, он две атаки делает. А если бы через раздачу? Три. Твою налево. Резкий выпад, что ли? Сохранение силы что дает нам? Усиление атаку и силу. Хм. Давай перекати поле. Твою налево, чуть-чуть осталось. Либо он выигрывает, либо я. Выигрываю я, он промахнулся. Так, ну что, 601 опыт. Здесь, кто ты такой вообще? Ты бумага. Это у нас Морти в зеленой рубахе. Нам, наверное, придется взять с тобой ножницы. От греха подальше. И ножницы у нас Морти с тремя шнобелями. Ну, ты смотри, сейчас мы с тобой даже если подеремся. Как мы будем в портале драться, скажи мне, а? В портале. Когда у нас очень мало хп остается. Так, засос. Да блин, там одну единичку оставили. Ну как так-то? Как так мы могли ему оставить одну единичку здоровья, а? Это нечестно. Это еще что за поплывун? Это пловец Морти, оказывается. Бумага, нам нужна бумага. Это пройдоха Морти. Так, безнадежно. А мы с тобой сделаем взгляд пронзающий. Ух ты. Так, еще пронзающий взгляд. Готов. И последний Морти. Кто там? Это что за... Не пойму, кто это такой. Это летчик, оказывается, понимаешь? Это летчик. И он взял ножницы. Давай попробуем с тобой испытать борца Морти. У нас редкий, у него экзотика. Внедрение. Угу. Так, а мы с тобой бросок... Подожди, давка, по-моему, у нас? Нет, бросок все-таки. Нифига себе, бросок. Его так еще и прошла мимо, прикинь. Ему крышка, походу, да? Вот, друзья мои, и борец Морти. Очень довольно сильный персонаж. Особенно, когда дело идет о ножницах. Так, шмекли и плюс чип контроля получили на халяву. Замечательно. Плюс еще чувачок сейчас подкинет. Маловато, конечно, но фиг с ним. Ай, снуфи снова. Вот тебе и ай. Так, будем этого чувачка ловить? У нас, по-моему, нету. И побежал. Куда ты побежал-то? Я все равно тебя поймаю. Да, такого у нас нет. Это лунный Морти. Нам нужно взять с тобой бумагу. Это будет пройдоха. Out, чего? Ах ты, ё-моё. Ты понял, да? Как же нам тогда этого Морти поймать? Он убивает себя?
Ну и нам наносит повреждение. Кто же такое делал? Помнишь, был Морти призрак или фантом? Мы тоже с тобой его встретили как-то. Хотели поймать. Он то же самое. Нанес нам очень много урона и сам погиб. Так, ну что, нам тогда остается с тобой прикупить какие-то хилки. Если хватит вообще у нас финансов, нам хватит только лишь на сенсационную сыворотку, на одну штуку. Плюс у нас еще есть, да, с тобой сыворотка. Так, теперь применяем. Так, сенсационную мы применяем с тобой на... Вот на кого? На пройдуху, наверное, да? Или лучше на байкера? Давай, нет, на пройдуху. Камень, если что, у нас есть. Это вот борец Морти. А пройдоха, к сожалению, это единственная бумага у нас в компании. Ну, ух ты, ё-моё. Поехали. Циклоп Морти, да? А, циклоп Рик. Думаешь, что победишь меня только потому, что у тебя на один глаз больше? Давай проверим. Давай, давай, давай проверим. Так, шпион Морти. Такой законспирировался. Так, у нас с тобой 47 уровень, у него 36. Ножницы против ножниц. Я согласен, поехали. Фигня. Так, бармен Морти. Экзотику взял. У нас тоже есть экзотика, только бумажка. Как раз против твоего камня. Да, уровень у него будет повыше. Так, пронзающий взгляд. Отличный удар. Кто-то из подписчиков, кстати, спрашивал: Рэй, а можно захватывать Морти у тренеров? Повторяю, ребята, и объясняю, что у тренеров, с которыми мы деремся, нельзя забирать Морти. Морти можно только хватать тех, которые сами по себе ходят, одиночки. Здесь нельзя. Так, ну что? Блин, я думал, что добьем его сейчас. А как бы не так получилось. Ладно, давай сделаем сглаживание. Чего он там себе воткнул? Какой-то шмурдюк сделал. Так, ну что, прилив тогда? Ай-яй-яй. Ну что же, первая победа пока за нами, да? 1-0. Есть, 38 уровень пройдоха Морти получает. Нормуль. А вот и вернулся... Кто же ты, я не помню. Так, ножницы как бы нафиг нам не нужны. Давай возьмем с тобой. Вот, борца Морти. Проверим. Держит, держит удар, но нам опять скорость понизили. Так, бросок с перегибом. Ну, шикарно. Вообще, ребята, против ножниц вот этот вот борец Морти идеально подходит. Так, а это что у нас? Художник? Что рисует дождь? Наверняка взял бумагу. Мы с тобой возьмем тогда Морти с тремя шнобелями. Отлично, тем более он обычный. Так что делаем поглощение. Фига себе, он сопротивляется. Еще раз поглощение. Так, вот так и прошла мимо. Знаешь, что самое противное? Что мне даже нечего сделать. Давай электрический разряд сделаем. В плане, блин. Ну давай, Морти, носитель паразита. Раз такое дело. Трындец. Я ничего не успел сделать. Тогда берем пройдоху. Бумага на бумагу пойдет. Так, сглаживание, прилив. Замечательно. Так, а это что-то знакомое. Продолжить. Это Большой Морти. Но если Большой Морти, мы тогда возьмем с тобой именно борца Морти. У нас редкий, у него экзотика. Окей. С перегибом бросок. Ух, что-то тут, ребят, не то. Моя атака прошла мимо, прикинь. Морти, помощник управляемого. Фига себе. Так, замена.
А где у меня ножницы-то? У меня только Морти с тремя шнобелями и все. Пройдоху давай тогда возьмем. Твою налево. Сможем ли мы его уничтожить? Нет. Вот это вот плохо. Давай, борец, выходи. Твою дивизию, ты посмотри, что он сделает, а? Так, у меня есть что-нибудь, я не знаю, Хелзингер какой-нибудь есть? Down, давай посмотрим предметы. У меня только лишь коробка мистера Миссикса есть, и все. Пипец. По-моему, мы встряли здесь капитально. Резкий выпад. Схитрили, да? Так, а это у нас большой Морти. Продолжить. Фиг его знает, как нам его ушатывать-то. Резкий выпад. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, не прокатило. Ты понимаешь? Ну и Морти с тремя шнобелями, естественно, сейчас погибнет. Вся надежда на мистера Миссикса, который сможет нам восстановить все здоровье. Я надеюсь на это. Да. Крышка нам. Да хватит, хватит заикаться, Рик, давай. Вот что нам нужно. Ну что, друзья мои, он нам полностью всех залечил, и поэтому с превеликим удовольствием я иду, чтобы отомстить. Но это он делает всего лишь один раз за игру. То есть он может нас оживить, и все, дальнейшие попытки будут тщетны. Так, ну что, здесь мы с тобой, давай, наверное, атаковать. Поглощение. Сразу убрал, да? Так, он берет бармена Морти. А мы с тобой возьмем пройдоху. Линейка. Какой-то линейкой нас бьет. Так, ну что, мы сделаем с тобой пронзающий взгляд. Пускай будет. Видишь, я не люблю, в отличие от них, делать вот эти вот, ребята, всякие кровяное давление, как они вот здесь делают, да? Всякие там повышение атаки. Я привык просто бомбить. Уберу. Да ё-моё, он взял и поменял. Так, делаем замену на борца Морти. Down, Morty. Так, что он еще сделал мне? Скорость, опять понижение скорости. Ну чтоб тебе. Really блин, зашибись, моя атака еще и мимо прошла. Ты издеваешься сейчас, блин, что ли? Я не могу понять. Зато с удара снес. Ладно, 1-0. Так, а ты кто? Ты бумага. Ты бумага, и поэтому мы с тобой возьмем вот этого носителя паразита. Одинаковый уровень. Делаем неистовый разум. Так, он излияние сделал, да, нам? Опять неистовый разум. Он опять излияние. И сделаем кровососа. Слушай, 10 УЗ. Прикинь, 10 УЗ вернули, и плюс еще его и наказали. Шикарно. Так, ты же кто? Ты у нас... Блин, я не помню. По-моему, камень, да? По-моему, он камень. Поэтому возьмем бумагу. А бумага у нас только пройдоха Морти. Так, нам нужно его только лишь добить. Только лишь добить. Ну, есть. Ждем следующего. И кто это? Блин, это большой Морти. Так, слушай, по-моему, ножницы, да, у нас? По-моему, ножницы, поэтому я беру... Байкера Морти. Так, ну что, делаем с тобой атаку. Резкий выпад. Да-да-да, срабатывает очень неплохо. Так, у него атака растет. Мы с тобой опять делаем резкий выпад. Самопиар. Он защиту себе повысил. А мы с тобой опять резкий выпад. Законодательство сделал.
Ну что, и последний, наверное, да? Все. Так, а это у нас кто? Я уже забыл. Блин, я не помню. Это помощник управляющего. Именно он же нас, да, забомбашил. Помощник управляющего. Ну что, носитель... Не, давай, наверное, Морти с тремя шнобелями. Он 40 уровня, он редкий. Пример лидера сделал. Так, ну а мы с тобой сделаем поглощение. Слабо. Сила трудящихся. Ну а мы с тобой засос. Так, ну хорош, парень. Ну-ка давай. Есть. Я нас поздравляю с победой над этим тренером. 600 шмеклей. Так, чистый Хелзингер и значок. Убирайся прочь. Лучше потерять единственный глаз, чем снова тебя увидеть. Ну что же, вот мы с тобой и прошли. Получили еще один значок. Так, ну что, мы пойдем или будем искать здесь кого-нибудь? У нас что там, кстати, по Морти получается? Слушай, мы даже можем, наверное, с тобой все-таки подраться здесь. Один разок. Да никуда я не хочу, никакую сетевую пока идти. Единственное, что если выбирать, то кого? С кем драться-то? Вот с этим, что ли, охламоном? А прикинь, проиграем. Так, а в принципе ничего страшного, да, не будет. Ладно, фиг с ним. Погнали в портал. Я тебе сказал, что сегодня мы получим два значка. Мы их получили. Теперь надо просто восстановить здоровье. Так, создание, секунду. Так, батарейка, это все понятно. Вот здесь вот, робот, может быть, за... так, на добро и зло. Вот, всегда составит компанию. То есть нам нужно с тобой сделать робота, а для этого нужна батарея. Чтобы сделать батарею, нам нужна вот такая батарея. Допустим. Делаем теперь супермощную батарею. Теперь делаем с тобой робота. И после этого делаем куклу Гвендолин. А теперь давай проверим, прав я или нет. Чувак просил, чтобы я ему что-то сделал для составления компании. Вот он. Типа компаньона он просил. И вот я ему сделал типа компаньона. Это будет у нас кукла Гвендолин. Ух ты, посмотрите на этот шедевр, какие формы и красота. Морти в питомнике подождут, а вначале я сам попробую в целях проверки безопасности. Вот, возьми за труды, только другим охранникам не говори, ладно? 2000 шмеклей, вау. Вот это я понимаю, ребят, вот это он мне сделал такое жалование, да? Ну да, синтез мы с тобой сделать не можем, к сожалению. Ну что, тогда мы исцеляемся и, наверное, закругляемся, да, друзья? Но обязательно увидимся в следующей серии и обязательно продолжим играть. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.